Здесь полно стражников.
Стань моими глазами, Сюнин. Сюнин, укажи путь.
Вашан! Смотри, Сюнин. Снято. Что ты видишь, Сюнин? Что ты видишь? Заперто с той стороны. Расправь крылья, Сю.
Осмотрись вокруг. Наконец-то! Как же мне здесь скучно! Что за ведьма заперла тебя? Ужасная старая корга, что хочет меня съесть. Спасибо тебе за помощь! Ах ты, проказник! Глянь, что устроил. Весь дом вверх дном перевернул. Кто это? Я обманул его! Сказал, что ты ведьму собираешься съесть меня на ужин. А уж хорошенькое дело. Теперь и за неделю все в порядок не приведешь. Как было весело! Я не ведьма. Я добрейшая мама из всех. Пусть и заперла сына дома. Как еще отучить тебя ковырять в носу? Спасибо! Лети, Сюнин.
Нужно накинуть капюшон. Сюнин, разведай местность. А? Келберт с ним. Ивар, Келберт. Здравствуй, Эйвор. Я как раз говорил Этелингу, что Тор нынче с нами. Победа будет нашей. И что ты придумал? В этой деревушке хозяйничает Инир. Покажем этим ублюдкам, что бывает с теми, кто кланяется бритам. Спалим все дотла, а Иниру перережем его нежную глотку. Верно, мой мальчик? Я хочу биться умело, а не жестоко. Резать глотки можешь сам. Если мы победим, Келберт станет Элдерменом. Сперва Этелинг, потом Элдермен, а затем и король. О, ты быстро продвигаешься. Ивар, я надеюсь заключить мир. Давайте не будем здесь задерживаться. Глянь-ка, прямо настоящий Элдермен. В кровь кипит. Оставим за собой кровавый дымящийся след. Но скрытность даст нам больше времени. А, мне по душе гром и ярость. Ну, как хочешь. Значит, будем лить кровь. И разгромим все, что увидим. Идем, Келберт! Битва ждет! Ивар, пусть сервы Сакси бегут. Смерти здесь достойны только бриты. Сам Тор нынче с нами!
не сдамся! Клянусь! Родители! Изгонят отсюда. Thank you.
тебя как свинью. Я вырву тебе язык, лишь бы ты наконец заткнулся. Все, наконец-то! Добились, Кёлберт. Иди. Смотри, Эйвар, как тебе Кёлберт в бою? Смелый мальчик, да? Хвала тебе за победу. И прости мне отнятой жизни. А, Кёлберт, меня тошнит от твоего бога. Ха, смейся, мы победили. Убийство мне не в радость, Ивар. Эйвар и я рождены для них, мой мальчик. Песнь мечей, кровавый туман, хруст костей и оскал смерти. Тебе довольно крови, Ивар. Пролитой нами хватило бы и Фенриру. Так продолжим? Кёлберт, я хочу услышать твое мнение. Ты доволен нашей победой? Я... думаю, да. Надеюсь, Родри отправит нам послание. Что он сделает? Он увидит пламя и поймет, что Уэсбери больше нет. Этот Боров клянется, что его победит лишь дракон. Скоро мы проверим, так ли это. Ивар, нам нужен мир, а не месть. Если не согласен, возвращайся в Рептон немедля. Ты не знаешь Родри, а я знаю, Эйвар. Он скользкая лживая змея из зловонной ямы. Хватит об убийствах! Мне нужен хоть миг покоя. Мед лучше. Нет, Ивар. Лишь покой. Прогулка по лесу или... или рыбалка. Может, порыбачим вместе? Рыбалка? Ищешь теплый омут, чтобы окунуть своего червяка? Я видел тут небольшой пруд. Идем? Теперь мы все можем немного отдохнуть и остыть. Идем сюда. Я не люблю рыбалку. Какой в ней вообще смысл? Ни одной рыбе не убить меня. Здесь есть угри. Дерлов обожает суп из свежего угря с крапивой. Я не рыбак. Ловите сами.
наверное, так рыбачит. Грабить и то быстрее. Мы наловили угрей для пира. Епископ будет рад. Вон идет этот простофиля. О, странный способ праздновать победу. Впрочем, и Господь наш, ловец человеков, рыбачил. Здравствуй, епископ. Сегодня мы сварим вкусный суп. Спасибо, Келберт. Но я скорблю. Столько домов сожгли. Их будут отстраивать годами. Видел бы ты Келберта в бою. Он станет отличным элдерменом. Яростным и грозным. Лучше я буду справедливым. Но спасибо за похвалу. Я отправил послание бриттам. Молюсь, чтобы король Родри принял мир. Хоть его брата и убили. Все к лучшему. Это принесло нам победу. Бритты скулят о пощаде, как побитые псы. Мы сожгли деревню, да. Но это не обещает мира. Для его заключения нужно другое. Сдержанность. Лорды, решается наше будущее. И после Кватфорда ясно, что Ивар должен остаться в стороне. В стороне? Остаться не удел после всего, что я для вас сделал? Епископ прав, Ивар. У тебя сердце воина, а не примирителя. Чтоб тебе сдохнуть! Я знаю, Родри, и знаю, на что способен этот змей. Я тебя предупредил. Я не стану ему кланяться. И пусть целует меня взад. Эйвор, его гордость задета. Если знаешь, как это исправить, я слушаю. Обычно он весьма упрям и крайне поспешен в гневе. Но ему ведомы и другие чувства. Я устрою охоту на кабана. Зажарим его на вертеле... Поговорим о войне, и Ивар будет доволен. Епископ, подготовимся к прибытию Родри. Собери людей и разбей лагерь. Вопрос войны и мира решится, но не сейчас. Нужно ждать. Ненавижу ждать. Все в руках Господа. Поблагодарим же его за возможность отдохнуть. Бритты уже здесь! Вот отдохнули. Сюда, к большому дубу! Но где Келберт? Будущий элдермен должен присутствовать на переговорах. Он ушел на охоту, на кабана. Это было довольно давно, нет? Ждать нельзя. Мир нужно заключить сейчас. Леди Ангхарад, здравствуй. Мы пришли обсудить мир. Мы рады это слышать. Но где твой славный король? По моей просьбе он ждет в замке, чтобы не подстрекать головореза Ивара. Головорез ждет в своей палатке. Нас обоих беспокоят наши воинственные союзники. Мы мыслим схоже. Лишняя осторожность не помешает. Я считаю это благо. Пора уже, наконец, прекратить войну. Довольно нашим народам страдать. Что ты предлагаешь? Все наши воины вернутся в освященные веками границы земель. Мы лишь просим дать нам пару дней, чтобы собраться и покинуть замок Каустоу.
А вы, в свою очередь, должны прекратить нападение. Щедрые условия. Договорились. Хорошо. Как быстро и плодотворно. Да хранит Господь тебя и твоего короля. Мое почтение. Вы славно сражались. Пусть мир между нами будет прочным. Я растерян, Эйвор. Один миг, и многолетнему кровопролитию положен конец. Ты прошел нелегкий путь, епископ. Нужно порадовать Келберта. Расскажешь ему все при встрече? Я его разыщу. Покажи мне. Где же Келберт? Хелева, забери. Кто-нибудь должен знать. Не знаешь, где Келберт? Я не слежу за тем, где шатается Этелинг. Поспрашивай других. Я ищу Келберта. Ты видел его? Да, он затачивал наконечники стрел. Ивар, все кончено. Мир, да? И от счастья все не знают, куда девать свое дерьмо. Или от облегчения. Не знаешь, где Келберт? Хочу сообщить добрые вести. Он нынче звал меня на охоту, но я не в настроении. А, Эйвор. Не знаешь, где Келберт? Мой брат видел его. Он пьян, как макрель, верно? Выпил за мир с бритами. Да не раз. Проснись. А? Знаешь, где Келберт? Келберт? Никто из вас не видел Келберта? Только он, Дрэнк. Придется подождать, пока он проспится. Часто он так напивается? О, боги, да. Дважды в неделю. Пьет 3 дня, а потом 4. И дважды в воскресенье. И что ты делаешь, чтобы привести его в чувство? Как-то он был нужен мне на пару слов, и я бросил его в озеро. Только никому. Что ж, попробую. Должен быть способ разбудить его. Что? Я загорелся! Чуть без причиндалов не остался. Мне срочно нужен Келберт. А поджигать меня зачем? Гнев Сурта. Если хочешь знать, мальчишка ушел выслеживать кабана. Да, знаю, но куда именно? На юг. Это все, что я знаю. Может, вдоль ручья, что течет к югу от леса. Уже что-то. Спасибо. Что видишь, Сюнин?
Нет! Покажи, что там впереди. Лети же, Сёнин. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Лети, Сюнин. Oh!
Покажи, что там впереди. Сюнин, укажи путь. Что здесь случилось? Пахнет бедой. Келберта. Обронен. Следы лапы, кровь, но не кабанья. По грязи что-то тащил волк. Келберт! Слезы Фрейя. Келберт, ты жив? Я... Тише. Ты тяжело ранен. На рукояти дракон. Боги. Бритский знак. Дыши, мальчик. Времени мало. Вернемся домой, простишься со всеми. Я отнесу тебя домой. Потерпи чуть-чуть. Не трать силы. Ah.
Тише. Тише, Келдет. Мы возвращаемся к друзьям. Так будет быстрее. Дыши, Келдет. Скоро приедем. Помогите! Ивар! Дерлов! Эйвор, что случилось? Нет! Нет! Глупый мальчишка, что ты наделал? Он был в пещере, его окружили волки. Ивар... Тише, мальчик, тише! Ивар... Дай мне топор, немедленно! Ивар, он мертв. Топор! Его бог примет его и без топора. Иди к своему богу, а я спою о тебе в Вальгале. Это сделал не волк. Расскажи мне все! Мы глупцы. В разгар войны нам доверили Этелинга. А мы не уберегли его. Я учил его защищаться! Плохо учил. В его груди был этот клинок. Бритский клинок. Родри! Почему? Ты убил его брата. Он не мог оставить его неотомщенным. Я говорил, что он змея. Ему вовсе не нужен мир, только кровь за кровь! Епископ Диаурлов, сюда! Стены крепости не спасут его. Я проткну ему легкие этим клинком! Значит, поспешим. Не дадим Родри насладиться победой. И никакой жалости. Леофрит избежал смерти, но Родри пусть не ждет пощады. Клянусь.
Боже, что стряслось? Что с Кёлбертом? Убит. И избавив тебя от грехов, да спасет тебя Господь. Отправьте тело мальчика отцу. Его похоронят по-христиански. Леди Анкхард сказала, что Родри в замке Каустоу. Она могла солгать или ошибиться. В любом случае, проверим. У крепости есть хорошее место для лагеря. Осмотримся там вдвоем. Жди здесь, я скоро вернусь. Ладно. Только помни, Родри оставь мне. Неужто? Этот саксонский раб снова наденет лосиниц? Или вернется к молитвам и самобичеванию? Как себя чувствуешь, епископ? Я раздавлен потерей. Кёлберт мог стать хорошим элдерменом и однажды королем, который ведет войны как викинг, но по-христиански милосерден. Он стал бы прекрасным правителем.